С самого утра в военкомате оживленно. На комиссию пришли первые призывники. С каждым годом служба в армии становится все более популярной среди молодежи. Кто-то из парней не хочет быть белой вороной среди друзей, другие с детства считают службу своим долгом. Улучшилось и здоровье призывников. Молодежь становится более крепкой, более выносливой, более грамотной. Вот этот вот определенный спад в этом, я думаю, уже проходит. И теперь ребята приходят, спортсмены многие, разрядники. Ну, не все могут попасть в спортивную роту, потому что там должен быть высокий титул. А ребята идут сильные, подкованные, грамотные. У призывника Анатолия 5 поколений предков офицеров. В его семье слова «косить» нет. Он один из двух сочинцев, кто будет проходить службу в президентском полку. Я рад, что попал именно в президентский полк. Это большая честь для меня. Искреннее желание служить Родине. Также считаю, что данное направление будет способствовать моей дальнейшей карьере в органах государственной безопасности. Всего же в этот призыв долг Родине отдадут 325 сочинцев. В основном все ребята будут проходить службу в Краснодаре. Крае, некоторые в соседних республиках. Первые призывники отправятся на распределительный пункт уже в середине октября. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.